Последней королевы здесь нет. Кажется, в ваши планы вмешивается кто-то еще. Кто, лорд Киран? Темные эльфы. Они решили сыграть с вами в опасную игру. Они подались в улей, выиграли насекомых и королеву. Сон королевы на ней магии. Должно быть, здесь поработала одна из проклятых матриархов. Нужно вернуть королеву. Мы найдем их и отберем королеву. Построила их среди этих руин. Установила ловушку для душ. Души врагов будут нашими слугами. Как скажете. Нам нужна помощь. Я сильнее всех. Вы звали? Ваша воля. Вы звали? Вы звали? Как вы желаете? Это убежище твои. Ваша воля. Выполняю. Темные эльфы вероломно напали на нас. Но мы оказались сильнее их коварства. Их души станут нашими рабами и приведут нас к победе. Остановись, лорд Киран. Я пришла не за тем, чтобы воевать. Я хочу поговорить с тобой. Мы в неравном положении, леди. Вы знаете меня, но я не знаю вас. Я Дамина, принцесса дома Маликана, правителя пещерных эльфов. Ты находишься на моей земле. Мы многое знаем о том, кто ты и что тебе нужно. Как скажете, но мне нужна не принцесса, а королева. У вас находится одна из королев Улья. Я хочу вернуть ее. Нам не нужны королевы насекомых. Темных эльфов не волнует ваша война с жителями Верхнего мира и ваши подлые планы. Но я знаю, кого это может волновать. Продолжайте. Лорд Шайтон из дома Сельдорна послал своих слуг за королевами Улья. Он хочет получить оружие против моего дома. Я предлагаю объединиться. Мне нужно уничтожить Сельдорна, а тебе нужна королева. Вы думаете, что мне нужен этот союз? Может быть, не нужен, но Шайтон не дурак. Один ты не сможешь с ним справиться. Если он получит трон пещерных эльфов, он пойдет на вас и на ваших живущих вечно. Мы все знаем. Хорошо, принцесса. Посмотрим. Я презираю этот мир. Этот мир будет моим. Здоровье! Враг не устоит передо мной. Зря не уснули. Вы звали?
Я готов. Вы звали? Как пожелаете. Не древесины. Я готов. Ваша воля. Выполняю. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Вы звали? Как пожелаете. Выполняю. Все покорятся мне. Здание построено. Улучшение завершено. Ваша воля. Вызвали. Вызвали. Ваша воля. Выполняю. Как пожелаете. Вызвали. Выполняю. Как пожелаете. Ваша воля. Вызвали. Вызвали. Выполняю. Улучшение завершено. Этот мир будет моим. Исследование окончено. Ваша воля. Как пожелаете. Я готов. Вы звали? Как пожелаете. Вы звали? Улучшение завершено. Здание построено. Все покорятся мне. Вы звали? Здание построено. Выполняю. Вы звали? Выполняю. Как пожелаете. Этот мир будет моим.
Унижение совершено. Все покорятся мне. Дайте дорогу, я чувствую, что эльфийская жрица что-то затевает. Стоит только посмотреть на эти странные растения. Их нужно уничтожить. Враг будет наказан. Этот зверь устоит. Враг не устоит. Это опасное место, лорд Керам. Я должен спешить. Враг не устоит передо мной. Враг не устоит передо мной. Я должен спешить. Враг не устоит передо мной. Здоровый. Пещерный паук. Эти твари не ходят поодиночке. Отступаем. Я сильнее всех. Я должен спешить. С дороги. Дайте дорогу. Я должен спешить. Этот мир будет моим. Все покорятся мне. Этот мир будет моим. Я сильнее всех. Враг не устоит передо мной. Враг будет наказан. Должен спешить. Исследование окончено. Враг не устоит передо мной. С дороги. Дайте дорогу. Враг не устоит передо мной. Ваша воля. Как пожелаете. Вы звали? Ваша воля. Вы звали? Все покорятся мне. Ваша воля. Вы звали? Ваша воля. Вы звали?
Выполняю. Выполняю. Как пожелаете. Здание построено. Здание построено. Здание построено. Ваша воля. Я сильнее всех. Здоровье. Здание построено. Дайте дорогу. Здание построено. Здоровье. Дайте дорогу. Враг не устоит передо мной. Дайте дорогу. Все покорятся мне. Я должен спешить. Дайте дорогу. Я должен спешить. Враг не устоит передо мной. Здоровье. Я должен спешить. Враг не устоит передо мной. Здоровье. Враг не спешит. В этой пещере есть припасы. Они пригодятся нам. Враг не устоит передо мной. Дайте дорогу. Враг не устоит. Этот мир будет моим. Я переломаю их власти. Все покорятся мне. Мать будет наказана. Поклонитесь мне. Мать будет наказана. Я сильнее всех. Здоровье. Я презираю этот мир.
Я сильнее всех! Этот мир будет моим! Я презираю этот мир! Все покорятся мне. Я презираю этот мир. Все покорятся мне. Этот мир будет моим! Я сильнее всех! Я должен спешить! Все покорятся мне. Этот мир будет моим. Я сильнее всех!
Нас пробудят! Отклонитесь влево! Враг не устоит передо мной! Должен спешить. Дайте дорогу. Враг не устоит передо мной. Этот мир будет моим. Я должен спешить. Враг не устоит передо мной. Я должен спешить. Враг не устоит. Вызвали. Вызвали. Я презираю этот мир. Вызвали. Здание построено. Вызвали. Здание построено. Ваша воля.
Как пожелаете. Здание построено. Здание построено. Здание построено. Здание построено. Звали? Исследование окончено. Как пожелаете. Как пожелаете. Выполняю. Как пожелаете. Выполняю. Как пожелаете. Выполняю. Улучшение завершено. Они атакуют. Этот мир будет моим. Я сильнее всех. Нас атакуют. Я должен спешить. Я сильнее всех.
вызвали? Выполняю. Здание построено. Вызвали. Ваша воля. Вызвали. Все покорятся мне. Ваша воля. Я презираю этот мир. Улучшение завершено. Я сильнее всех. Я призываю этот мир. Ты получил свое так же, как и я. Знаешь, лорд Керан, некоторые союзы бывают очень выгодными. Ты вернул себе королеву и насекомых целыми и невредимыми. А вы, принцесса, избавились от претендента на трон. Не так ли? Такая судьба ожидает всех, кто поднимет на меня руку. Итак, с королевой в руках вы начнете войну против жителей поверхности? А у вас есть другое предложение, принцесса? Ты прав. Жители поверхности изобретательны и упрямы. Тебе не помогут даже насекомые улья. Старые союзы возобновляются, а маг Альрик хочет объединиться с племенами варваров. Наш народ не любит жителей поверхности. Давай заключим более прочный союз. На каких условиях? Я знаю, чего ты хочешь, что ты ищешь. Можешь взять его себе. Нас не интересуют останки мертвых рас. Но этот мир оставь мне. Муж.
нужно поговорить с живущими вечно. Мы должны предстать перед ними и выслушать. Они ждут нас.